а вот действительно получается 9 дивизий было, да? 9, да. Ладно, там, те, которые ушли в другие дивизии, ладно, их труднее отслеживать. Но вот из 9 дивизий получается 1316 получила такое большое освещение. А почему вот остальные так вот не было сделано на них упор тоже? Дело вот в чем. Во-первых, да, 1-316 это связано только с тем, что вот Волоколамское направление, шоссе, которое она держала и чудеса храбрости показала, и вот этого понимания. Угу. Все-таки это великий стратег, во-первых, Рокоссовский. Возглавлял. И, значит, почему он Панфилова и уважал, и понимал, и прочее? Да потому что вот 16 октября сводка есть. Вся 16-я армия 16 октября состоит из 15,5 тысяч человек. Одна дивизия Панфилова 11 тысяч человек, и остальные все другие. Сборные, да. Вы когда-нибудь видели армию в составе одной дивизии? Ну да, фактически. Ну, полутора дивизий получается, да. Нет. Одной полной и дело в том, что в момент создания в 41-м году у нас дивизии должны были быть 14,5 тысяч человек. Да, а поскольку только на Дальнем Востоке, где японцы стояли, и Московский военный округ имел 100% состав. Да, а везде 80%. Да. А эти 80% это как раз 11 500 человек. Да, всего, то есть так, как все и формировались в том количестве. И поэтому, когда кто-то говорит неполноценная дивизия, она была полноценной по сравнению со всеми. И именно, видите, вот, например, такая мелочь, о которой пишет Бауржан Мамышулы в 1944 году. Он вспоминает, как познакомился пришел, значит, и увидел Панфилова, и Панфилов старшему лейтенанту, он же из КАЗ военкомата, то есть он человек, который знает Алмату, да? Uh-huh. И он дает задание проверить, вот вам список, сейчас дивизия формироваться будет, и там-то посмотрите. И дает вопросник и говорит, что надо проверить. И Бауржан Мамышулы смотрит и думает, вот надо же, да, генерал спрашивает, да, сколько там туалетов, да? Говорит, разве это генеральское дело думать о туалетах? Не, ну а как оказывается, это вот было самое главное. И, или там лужение котлов, да? И вот именно из его воспоминаний 44-го года подтверждается тот факт, который я как-то высказала, да, там во время выступления. Меня военные начали поправлять, ну типа, вы ничего не знаете. А я, исходя из документов, вот эти вот все 10-е, 12-е, 14-е, 16-е, они, все эти четыре дивизии, они первоначально они формировались как вне плана. Что такое вне плана? Mm-hmm. Вот этих всех забирают вот 60%, а эти вне плана, это значит... И почему я тогда и поняла, почему все-таки Панфилов, дивизия, да, он и в Киргизии, почему не в Киргизии формируют, почему в Казахстане, потому что формировали за счет средств Казахской республики. Понимаете? А оружие, пушки и прочее брали с воинских частей. То есть новые не получали. И Панфилов говорит Бауржану Мамышулы, а мы и не попросим. Но нам надо и машины взять, ну, с этих с предприятий, и это все взять, и все 10 раз проверить, и очень много брать всяких деталей, ну, вот к машинам, ну, и прочее, ко всему. Ну, понятно, снабжения не было. Потому что все старое. Все старое, да. Все старое, поэтому... И он об этом думает. А Бауржан Мамышулы, он думает, что бойцов надо готовить, прочее. А он как хозяйство, и потом он всегда проговаривал бойцам. Ведь как? Все же говорят, умрем, Москву не сдадим, за Родину, за Сталина. А он говорит, умереть не трудно. Для вас важно остаться живым.